такое приложение. Можно не включить, это можно сделать по нивью фотографию. Включаешь фотографии, фотографировать. Вот, сначала фотографии. Можно поменять, можно сделать привиденецкую. Вот все привиденецкое. Это нам не надо. Вот. Сейчас мы просто фотографируем. Только на цветном. Можно фотографировать и прикрыть этому штучки. Ну, эти штучки, когда другие будешь возьмешь, они уже прикрепятся, их можно двигать. Сейчас можно фотографироваться. Сейчас можно показать что-нибудь. Вот, здесь наклейки всякие. Можно приклеивать. Сейчас покажу, что у меня получится. Ну вот, что мне получается? А мне так уж хорошо видно. Сейчас. Соня. Сейчас я вам покажу, что у меня получится. Сейчас. Так. Крылья можно приклеить. Сейчас я вам приклею крылья. Ну вот. Так. Сейчас вот. Сейчас переверну крылья. Вот у меня крылья получается. И второй давайте кошку. Вот, получается, возьмем еще одну вторую крылья и посадим его сюда. Только слов можно перебить, меня только поменьше. Сделаем вот так. Делаем. Ну, можно уже, видите, они уже не двигаются. А это уже тоже не двигается, я же говорю, это может двигаться. Вот такие у меня штучки. Потом я отправляю сюда. А это не то. Это поворачивать точно. Сейчас. Я отправляю вот сюда. Нажимаю. Загружается пока. И я выбираю, кому отправлять. Жене, маме, папе. Вот. Сейчас загрузится. Подождите. Сейчас. Нажимаем на вот сюда. Так, сейчас. И сейчас мы пишем. Вот, здесь мама, папа, вот. Сейчас мы нажмем на папу. Вот. И загружаем ему картину. Девочка, а как называется приложение? Ты можешь сказать, вот ты когда открываешь, чтобы фотографировать, как оно называется? Не знаю. А покажи на планшете. Давай, я планшет всем покажу, а ты мне покажешь, куда ты пальчиком нажимаешь. Давай. Куда? Ну, когда ты, вот когда у тебя выключен, представь, как будто бы у тебя планшет выключен, а ты включаешь и начинаешь фотографироваться. Покажи, как ты это делаешь. Ну вот, я фотографируюсь по обычному вот так. Сейчас покажу, как я по обычному фотографируюсь. Там все так же, там можно тоже менять расцветку. Вот, сейчас, вот, здесь написано, здесь сейчас будет, вот. Можно чикнуть на себе. Ясно, то есть ты не знаешь, как называется, да? Да. А ну давай, зайди в галерею, там, где у тебя все картинки хранятся. А мы сейчас в галерею зайду. Там у меня всякие картинки. А ничего страшного. Где галерея? Так, Это такой цветочек, да? Да. Вот, мои картинки сейчас покажу. Подожди. А теперь надо выйти. Давай-ка посмотрим. Где галерея? Что? Сейчас, подожди. Что? Так, как же эта папка у нас называется? Фото стикерс. Это что, игра фото стикерс? Честно говоря, не знаю. Давай тогда поищем, просто мы, получается, так с тобой и не обнаружили.
как этот называется приложение, в котором... Это же пони у тебя, да? Да. А где у тебя приложение с понями? Покажи. Это приложение, чтобы чекать и превращать себя в пони. А это игра пони, где можно играть. Так подожди, каким ты чикаешь и превращаешь себя в пони? Little Pony Sticker. А, Little Pony Sticker? Little Pony Sticker. А ну давай покажи. Показывай. Вот такая вот фигня. Поблагодари всех за внимание и скажи пока-пока. До свидания.